Путешествие по Вьетнаму продолжается, и сегодня мы отправимся на Южные острова. Планов громадье, и все надо успеть. Южные острова расположены недалеко от Винперла в Нячанге. Мы его даже будем проплывать. Вот опять рыбацкие деревни. На первом острове нас ждет снорклинг. Витульку качало на нашем Титанике, и я отправился изучать морских жителей в одиночку. Забавно дергают ножками. Здесь также можно понырять с аквалангом, но я обойдусь пока трубочкой. Не скажу, что вау, но поплавать с рыбками приятно. Непонятно только, кто на кого пришел посмотреть. Я на рыб, либо они на меня. Ну а мы тем временем двигаемся на следующий остров. Его мы назвали остров релакса и развлечений. На этом острове можно покататься на гидроцикле, на банане, полетать на парашюте, цена, кстати, 6000 рублей, еще из дрона поснимаю тебя, понежиться на пляже и посидеть в кафе. Вид шикарный. Дальше курс держим на затерянный остров в очень необычный океанариум. Да-да, это он. Сейчас поплывем поближе. Морских обитателей достаточно, вот даже рыба фуга, одна из самых ядовитых рыб, различные мурены, ну и так далее. А здесь у нас долгожитель, мраморная рыба. А это рыба-крокодил, мы ее позже будем кормить. Вот это конь! Это огромный группер, его мы тоже попозже покормим.
Почему же этот океанариум необычный? Так потому, что он выполнен в виде огромного пиратского корабля. Только из этого красавца мы отправились на этот остров. Здесь у нас пиратский музей. Ну, на самом верху вот у нас алтарь предков. Вид. Ну и все. Больше ничего. Пойдемте на кормление рыб. Начнем с группера и рыбы-собаки. Вот группер сидит здесь. Нет, сама делает. Покажи, класс. Кто хочет покормить? Вот здесь группа. Увидел? Теперь угостим рыбу крокодила. Она совсем не маленькая. Нет, он взрывает. Держи удочку. Сильная? Сильная, да. Конечно, сильная. Вот она. Все? Нарыбачился? Понял, блин. Сильно-сильно. За волосы. За волосы тебя утащит. А вот и мини-зоопарк. А это гвоздь программы. Бойцовский петух. Вот такой бывалый товарищ. Данная экскурсия стоит $38 и длится около 7 часов. Накупаться и нагуляться времени хватает. Будете проплывать даже мимо Винпёрла. Это что-то типа вьетнамского Диснейленда. Но если сравнить южные острова с северными, то для нас северные были гораздо интереснее. Но выбирать вам.